Привет, привет, привет! И снова с вами я, и сегодня мы продолжаем разговор о летящих звездах и конкретно о звезде 2. И будем ее рассматривать в контексте профессиональной. Возможно, вы являетесь агентом недвижимости, риэлтором, или вообще желаете в этом году решить вопрос жилищный. Тогда обязательно используйте звезду 2, так как она способствует людям, которые ведут именно вот эту деятельность. Как это можно использовать? Если у вас в этом году звезда 2 прилетает на входную дверь, то вам сам Бог велел усилить свою направленность на вашу деятельность, и вы получите в этом году хорошие дивиденды. Если у вас в спальне в этом году двойка, поставьте еще кровать по малому тайчи именно в двойку, чтобы взять как можно больше энергии двойки и сделать свои дела лучше всех в вашем агентстве. Если вы работаете на своей работе, пересядьте в своем кабинете, именно по малому тайчи поставьте стол, так, чтобы он находился в секторе юго-восток. Тогда усилится, как бы вы выстрелите из двух, из трех ружей, и у вас результат не заставит себя долго ждать. Итак, риэлторы, агенты недвижимости и все, кто хотят в этом году решить вопрос с недвижимостью, используйте энергию двойки, и у вас будет результат. А о том, как это сделала моя подруга, вы можете прочитать по ссылке на блоге под этим видео. Итак, до новых встреч, друзья мои. Всего доброго!